Бензиновые жулики активизировались в Нижнем Новгороде. По ночам сливают бензин в спальных районах Нижнего Новгорода, а днем никого не боясь на якобы охраняемых стоянках в центре Нижнего Новгорода. Благодаря нашим телезрителям нам удалось опознать предполагаемых преступников. Скорее всего, баны, потому что у них спланирован каждый последующий день. Че, твари, мы хоть будем знать. Нельзя мне говорить, у нас не может быть проблем. Нельзя говорить, вы что, они меня что-нибудь это, нельзя. Подробности нашего расследования сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.